Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». С вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях вновь представитель молодежного движения Sport, его основатель Христиан Синчугов. Здравствуйте, Христиан! Здравствуйте! Кто может считаться молодежью 12, 13 или 30 или 40 лет? По статистике Постоянно изменяются данные возрастные, по каким критериям считается молодежь. Раньше это было до 28, потом сделали до 30. Кто-то сейчас считает, что до 35. Я вообще считаю то, что молодежь – это такой мнимый показатель, человек может быть молод душой всю свою жизнь. Абсолютно согласен с вот. вами. Для меня лично молодежь – это человек, который имеет активную жизненную позицию, занимается различными полезными делами, участвует в каких-то мероприятиях. У нас часто играют на наших турнирах мужчины, я говорю, по 30, по 40, по 50 лет 60 лет. И мы играем с ними и побеждаем ребятишек по 15-16 лет периодически. То есть они обгоняют даже. гол спорт Насколько способна стать объединяющим фактором для молодежи, не только российской, но и, может быть, и на мировом уровне? Мы, в принципе, и ставим себе цель двигаться дальше. Эти уровень спортивных площадок, это тот этап, который мы должны были пройти, чтобы лучше понимать всю это подноготную. Ведь мы уже, в принципе, давно готовы выходить на международный уровень, проводить более крупные мероприятия. И сейчас, вот в ближайшее время, у нас запланирован ряд мероприятий, которые должен уже замахнуть нас на международный уровень. Но, опять же, Здесь пока что недостаточно информационного сопровождения. Получаете ли вы какую-то помощь и чего бы вам хотелось для развития? Пока что никакой помощи мы не получаем и хотелось бы эту ситуацию, конечно, изменить. Все эти ресурсные базы это, опять же, ресурсы волонтеров движения. Призы, кубки, медали вот еженедельные турниры проходят. Это ребята просто отдают в призовой фонд мне деньги. Весь инвентарь тоже ребята закупают сами. И не только в Москве. То есть, такая же история в Петербурге. У нас сейчас стараются ребята сорганизоваться по другим городам России. Мы еще же как СМИ часто присутствуем на многих мероприятиях. Фото, видео, камеры это все опять же куплено Понятно. на наши деньги. Да. Вот в ближайшее время будет московский футбольный турнир, в который принимают уже за неделю 64 команды к нам заявилось. Вот это да. мужские, Серьезно? потом порядка 10 женских команд, 8 детских да. команд. И это на дворовых площадках, где призовой фонд просто кубки и медали. В спорте сила, ловкость, смелость и друзья. С каждым годом мы становимся сильнее. Наша родина спортивная семья, от Камчатки и до Северных Морей. Нелегка, порой спортивная судьба, труден путь от поражений до побед. Были в детстве чемпионами двора, чемпионы мира и олимпиад, в тренажерный зал, бассейн и ногаток, ходят взрослые и ходят детвора. Выше прыгнем, дальше сделаем бросок. А футбол-футбол, народная игра. На стадионом гимн России звучит флаг. Мы активно работаем же со властью, стараемся просить выделить какие-то стадионы, места для проведения. Вопрос, мы готовы к масштабу, но чтобы этот масштаб реализовывать, нужна какая-то помощь. Начиная от того же самого медиа-волонтерства, создания контента, ну да, проведения понимаю. мероприятий. Мои ребята сами сделали социальную сеть нам, вот сейчас мы разрабатываем, это программисты. Проводим выставки, часто художественные, причем очень много молодежи, которая хочет выставляться, но нету мест. Чтобы выходить на международный уровень, уже, конечно, нужна серьезная Поддержка, потому что то же самое, как с камнем идти на танк. Христиан, и все же, каковы современные тенденции молодежи, к чему она стремится? Ну, молодежь сейчас очень многопрофильна, так как информационный век, есть возможность узнать практически обо всем, что тебе интересно. Увлекаются и технологиями, и музыкой, и кино. Очень популярна вот эта история с видеоблогингом. Как вот, знаете, у кого-то раньше были любимые детские передачи по телевидению, а теперь это все ушло же в интернет, поэтому люди смотрят это там. Нету какого-то узкого профиля, все равно есть такие крупные страты, это спорт, это кино, это искусство, но они сами очень сильно размываются, так как появляется все больше интересных течений, тенденций, в которые каждый может себе найти что-то для себя. А на ваш взгляд, насколько из этого всего спектра течений больше созидательного или наоборот негативно-разрушительного? Опять же, здесь вопрос, кто создает тренды. Ведь если тренд создает деструктивное, стоит Это направление. Вот, да, да. И искусство само по себе является деструктивным. Когда, знаете, там, пейте, курите. Образ такого успешного молодого парня... Берет в жизни да, все, который, и тебе как, ничего за это не будет. Да, да. Который там открывает в любое место там ногой дверь себе. Опять же, это взялось в свое время западной культуры, когда был популярен там рэперов в 90-е и 2000-е годы. Вообще была мода на все да. западное. И сейчас вот почувствовав эту тенденцию, но не понимая, откуда это все произошло, откуда зарождалось вот эта негритянская рэп-культура, что это боль, страдания и куча из несчастных семей. А насколько современная молодежь способна чувствовать и тяготеет к русской культуре? Пропитанная христианским духом, она же собрала все совершенно потрясающие по красоте формы. Но здесь опять же, что задают тренды в интернете? Сейчас котируется далеко не русская культура. Если вы вобьете в поиск, ну да. очень трудно найти что-то, что поднимается там в топах. Да. А сейчас все формируется как раз-таки топы и тренды. То есть молодежь открыла после учебного там... Ну, э, рейтинг, да, э, да и смотрит, что... То есть мало людей целенаправленно, которые что-то ищут, рыщут и находят для себя. Но потом потихоньку, когда они этим наедаются, многие приходят и... Вот, это очень важно. Вот в этот момент им подать правильное питание. Да, да качественное самое качественное. главное, потому что и контент, и подход, ну, там и... деньги очень серьезно да, тратятся. Да. Здесь тоже требуется не ударить с лицом. Любую идею можно испортить и качеством ее реализации. Христиан, скажите, насколько, на ваш взгляд молодежный лидер должен быть, во-первых, профессионалом, во-вторых, представлять из себя образец поведения. Ведь очень многие, знаете, говорят о хорошем, а тут же, отвернувшись, делают совершенно плохие вещи. А здесь я скажу, что лидер формируется из культурной среды, в которой он обитает. Сформировавшись оттуда, поднявшись, ему нужны какие-то ресурсы, да? Поэтому позиция будет от того же самого государства, частных компаний, того, кого поддерживать. Потому что не секрет то, что эти все известные музыканты, все известные культурные деятели, общественные, так или иначе, они же какой-то они ну да, висят да, в воздухе да и здесь уже как раз таки модуляция правильных тенденций должна исходить потому что если человек там ходит говорит что модно курить пить нехорошие вещи делает да частной компании мы не имеем права запретить но когда государство само поощряет вот такие вещи здесь инструктивно да, да здесь повод это как раз таки призадуматься согласен и очень много молодых лидеров которые реально несут интересные идеи Интересны людям, которые смотрят на долгие десятилетия вперед, которые создают э, вот эти тренды. А людям, которые занимаются операционной работой, им не будет интересно без своего интереса помогать таким людям. Это ребятам. называется «не видят дальше своего носа». Да, здесь требуется масштаб. Нужны как раз-таки молодежные лидеры, которые тоже далеко смотрят вперед. Потому что по ходу их деятельности их масштабы будут расти. В советское время нормы ГТО были нормальным явлением и достаточно серьезно мотивированным, потому что это было престижно, это было красиво, это было правильно. Сейчас традиция пытается возрождаться. Вот эти нормы ГТО ⁇ это вещь, которую требуется тоже слегка модернизировать. Люди должны понимать до конца, для чего эти нормы они получают. История создания ГТО ⁇ это периоды холодной войны, когда есть опасность в любой момент, что... Начнется не холодная, а горячая война. То есть сейчас общество слегка размякло. Хотя на самом деле я считаю, что это зря. Они считают то, что каких-то нет опасностей больше, то, что ничего не угрожает. Хотя постоянно пожар, наводнение, да стихи нет, ну, стихи небес, небес, они всегда В любой рыба. момент что-то может произойти. И э, если человек понимает, для чего он должен получить. ГТО. Подготовка. Да, подготовка, которая сделает их более универсальными, которая покажет им какие-то выходы из ситуации, в случае ЧП. Да даже это в жизни пригодится. Да, чтобы помочь ближнему то же самому в какой-то трудной ситуации. Комплекс ГТО предполагает выполнение россиянами в возрасте от 6 до 70 лет испытаний, которые проверяют свою физическую подготовку на силу, быстроту, выносливость, гибкость и прикладные навыки. Всего выделяется 11 возрастных групп, 5 из которых приходятся на школьников. При этом в каждом нормативе есть три уровня сложности, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знаку отличия готов к труду и обороне. Есть же министры, которые не смогут сдать даже самых таких первоначальных норм ГТО. А это важно, потому что люди, которые управляют страной, люди, которые занимаются важными делами, должны быть примером для той же самой молодежи. Кристиан, ведь есть серьезная проблема засилия вредных привычек в обществе и превращения в некую деструктивную волну, причем постоянно подпитываемую деньгами, рекламой. Бороться с этим абсолютно нет возможности ни у родителей, ни у педагогов. Вот как ваше движение помогает ли оно молодому человеку сделать правильный выбор с точки зрения здорового образа жизни, своих перспектив и даже сбережения своего здоровья, своих сил? Конечно, помогает, потому что активно занимаясь спортом особо не попьешь и не покуришь. А если будешь пить и курить, занимаясь активным спортом, долго не проживешь. Я лично вообще в жизни не пил, не курил. И ребята стараются тоже потихоньку отказываться, потому что они видят да, позитив, видят хороший настрой, деятельность. И есть... Возможность найти какой-то интересный досуг, да. в том числе и бесплатный, самое важное, потому что часто есть малоимущие семьи, где нет возможности найти родителям деньги для того, чтобы их ребенок чем-то занимался. А вот по городам небольшим это очень большая проблема. Так это как это я спрашиваю: чем заниматься? Пойти погулять, посидеть на площади спортивных объектов нету, места, где позаниматься там музыкой и в итоге чем занимается молодежь везде ларьки доступные покупают алкоголь всякие вписки в которых они приходят молодежные тусовки и по сути я не могу даже их обвинить в том потому что ну да, это когда опять же вот говорю у человека нету интереса он же не может просто сесть и сидеть как робот ждать там когда что-то там произойдет и молодежь находит Выходы, как когда говорят, там, курить прикольно, там, пить прикольно, да, выходы вот. страшные, действительно. Вот, и чтобы с этим бороться. Государственная это... поддержка да, важна. Да. Сделать прямо это трендом государственной программы. Да, Нужно, чтобы да. все молодежные организации отчитывались о своей эффективности работы да, вот такими да, показателями, а да. не просто там куда-то освоили деньги на какие-то феричные да, вещи да. и их не видно. Этот вопрос можно решить путем того, что создание активных организаций, которые будут увлекать молодежь, которые будут давать им возможность развития. ну и, конечно же, инфраструктура. Здоровые площадки, да. вот эти воркауты, которые действительно доступны и можно всегда пойти позаниматься. Сейчас же часто их строят мультифункциональными, а это получается, знаете, как смесь бульдога с носорогом. Часто их еще используют для вукала собак, но смысл в том, что поиграть в футбол на площадке, где резиновое покрытие, травма Поиграть в баскетбол на траве тоже не вариант. Поиграть в волейбол лучше всего на песке. И требуется как раз-таки разделение по видам спорта. Мультифункциональные площадки это хорошо. Но когда ты все соединяешь в одно, часто получается то, что, теряя эту специфику, становится людям неинтересно. Площадка, на которой раньше собиралось, ну, максимум, там, 2-3 команды жителей из домов, и они там вышли, попинали мячики и выпили, сразу же после того, как там положили красивый искусственный газон, поставили ворота, собирается молодежь. Уже никто там не выгуливает собак. Сразу же со всей Москвы съезжаются туда люди. И происходит вот это общение, которое необходимо. В правильном русском. Да, что мне нравится положительно. Когда уже я хожу на этой площадке, там играю с ребятами, я вижу то, что хоп, там кто-то курит, к нему подошел. Не кури здесь на площадке. Само собой, уже там не пьют. Замечательно. Не и это уже внутренняя культура, потому что есть этот газон, который они могут там прожечь. Да это. Они не вписываются. Да, уже. Да. И как раз-таки путем вот этого продвижения, тренда именно философии можно дать той молодежи вот это первую основу именно хорошее окружение в котором они будут развиваться и наконец-таки у них появится альтернатива потому что как-то же они должны свои эмоции свою энергию куда-то девать вот совсем недавно в россии прошел чемпионат мира по футболу на ваш взгляд какое послевкусие осталось у тех кто приехал кто участвовал в этом во всем но мы сами были не безучастны, проводили мероприятия для иностранцев. У нас прошел международный футбольный турнир в Москве. Команда участниц чемпионата мира. То есть, у вас был такой свой чемпионат, чемпионат? Да, да, мира. Да. Нам даже приезжали новостные СМИ крупные, и освещали, что у нас проходило. Мы все собрались за футбол. Так что вот, мне кажется, футбол сближает людей. Сборная Чада разминается перед игрой со сборной России. Эти команды – фавориты на молодежном турнире. Параллельно с чемпионатом мира по футболу в Москве идут еще одни международные соревнования. Ребята из порядка 20 стран выясняют, кто же из них сильнее. И порой со стартовым свистком не только стартует матч, но и новые дружеские отношения. Мумин из Чада. Он давно говорит по-русски, но дружил в основном с отечественниками и долгое время чувствовал себя чужим. К нему россияне подходили, разве что сфотографироваться. Но этим летом все изменилось. Русские болельщики, они все добрые такие. Так мне уже два года жил, но не встретил такие добрые люди. Иностранцев очень сильно удивила Россия они поняли, что многое, что о нас говорится, это совершенно не да так. Откровенная ложь. Да, но, опять же, скажу честно, то, что постепенно приехав назад, у них эти мысли дополняются вновь тем, что им вещают. Вот почему, опять же, мы, международное движение, хотим выходить дальше в мир. Многие ждут от России какого-то продукта, который сформируется и выйдет на международный. Вот потому что они приехали сюда и хотят, чтобы теперь вот мы пошли к ним. Поэтому у нас с ребятами родилась идея проведения крупных международных фестивалей, чтобы мы мы могли ездить по миру, показывать и русскую культуру, и объединение международных культур в едином месте, где они могли начать диалог. И все поняли то, что, в принципе, все несет позитив. Мало что друг от друга отличается по своей сути. И начать вот это общее объединение, потому что очень разрозненный мир. Все друг друга боятся, не доверяют. Хотя на самом деле это просто из-за того, что ну, это нехватка да. общения, нехватка именно вот этого обмена международного опытом и международных отношений на уровне житейском. Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, это есть как раз практическая реализация принципов народной общественной дипломатии. Сейчас это является одним из приоритетов, и об этом говорят и руководство страны, и это понимают люди. Потому что, знаете, совсем недавно, когда запахло Третьей мировой войной, все понимают, что вот это вот безумие, к сожалению, к которому подвержены люди, оно может довести вообще человечество до катастрофы. И опять же, кому-то это выгодно. Кому-то выгодно держать людей в страхе. Кому-то выгодно держать людей разрозненными здесь главное, каждый человек должен начать с себя. То есть вот эта народная дипломатия, это опять же, кто-то должен пойти, кто-то должен что-то сделать, кто-то должен изменить ситуацию. Христиан Синчугов взял и пошел, организовал движение, да, Госпорт? Ну, по сути так, но я этим занимаюсь, потому что мне это нравится. То есть я не хочу нести какую-то миссионерскую функцию, либо еще что-то такое. Но я понимаю, что есть время, и этим кто-то должен заняться. И если я скажу: моя хата с краю, я пойду, там, а вы там это так каждый сделает. И в итоге никто ничего и не сделает. А мир должен начать меняться. Иначе мы с вами встретимся там через 10-15 лет и будем обсуждать все те же самые проблемы, только в уже более ужасной форме. Пока вы не измените саму причину, то это и будет так происходить. Мне же хочется комплексно просто взять создать какую-то вот реальную международную историю, которая решит большую часть проблем путем этой самой же народной дипломатии, когда люди из различных стран будут проводить вместе фестивали, будут проводить вместе В духе всяких... дружбы и добрососедства, да, да. и там уже они будут осуществлять вот эти переговоры, общения, когда они уже сломают вот эти стены, которые мешают людям развиваться дальше. Тем более, что сейчас современные средства коммуникации легко это позволяют сделать. Да, Можно да, и да. видеоконференции, и все. И даже языковой барьер не является как таковым пределом-то. Да, новые технологии уже Google вводит всякую технику, которая позволяет моментально переводить различные тексты. Христиан, пока человек молод, в нем много сил, у него, в общем-то, и здоровья достаточно, насколько он думает о душе, насколько он внутри ищет и источники проблем, а также источники жизненных сил и энергии. Пока человек молод, я думаю, редко, но обращается он в периоды либо великой радости, либо какой-то грусти. К сожалению, часто это так. То есть, когда жареный петух клюнет... Человек и задумается о том, что есть какая-то у него проблема. Здесь, опять же, комплексный подход. Если человек верит, он делает правильные дела, правильные поступки. И через эти дела как раз-таки и приходит то самое, что у него не будет вот этих ситуаций, когда садится и такой, чтобы мне делать, Боже, помоги. После 40 лет часто люди задумываются реально о месте жизни у Бога. Потому что мы общались с ребятами, которые у меня намного старше. Они меня спрашивают: Христиан, а в то время мы тоже были такие замотивированные, хотели много чего делать. Энергичные. энергичные. Да, энергичные. А особо не задумывались что энергия это не бесконечно да, даже не то что что энергия не бесконечная а что есть после что будет после чем мы старше становимся тем больше у нас осознанность действий появляется И мы начинаем задумываться о тех темах которые когда мы были молодые даже у нас времени задуматься не было там же в голове что там девушки там весели да, да а когда становишься постарше уже начинаешь задуматься о более фундаментальных их ценностях. и мы обсуждаем вот о том как раз какое место в их жизни является Вера. Ведь у кого-то она есть, у кого-то нет. Но кто-то все равно, что даже атеисты в сложные ситуации, на всякие пожарные обращаются. То есть, ну, а вдруг есть, вдруг поможет. Это такое сомнение. И здесь каждый сам на самом деле решает. Но я считаю, что все-таки вера помогает трудную минуту не сдаться. Это самое важное. Я вас искренне благодарю за сегодняшний разговор. Вам желаю успехов во всех ваших начинаниях. Помощи Божьей вам, христиан. Благодарю вас. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был организатор молодежного движения GoSport Христиан Сенчугов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!